Так, как устроен мой столбик для червячков? Это вот такая деревянная конструкция. Высота чуть выше меня, там около 2 метров, наверное. С крышей. Крыша открывается на вот таких... На таких вот шарнирах. Надеюсь, видно. То есть его можно вытащить. Один вот такой вот крючочек. Второй вот такой вот крючочек. И крышу поднять для обслуживания. Крыша покрыта сотовым поликарбонатом. Через нее можно все обслуживать. Она, естественно, под уклоном, то есть червям не попадает дождь, снег. Ну, снег не важен, конечно. Вот. Со всех сторон закрыто баннерами. Почему баннерами? Потому что под баннерами холодно. Иначе черви там сварятся в жару, в лето. Что у меня под баннером? Одна стена не закрыта. Ну, то есть здесь это все пристеплерено. Здесь вот такие досочки до самого низа. Но сразу на будущее, то есть промежутки, либо убирайте совсем, но я побоялась, у меня очень высокий столб, и я его пользую весь, практически по полной высоте. Вот это сейчас уже осело, было это вот до сюда. То есть это на высоте моей вытянутой руки, ну, где-то 1,60 м. Забито все, поэтому если будет наглухо закрыто, у вас не будет доступа кислорода для червя. Поэтому делайте меньше, 3 сантиметра мы делали разбег. Это много. Чтобы ничего не высыпалось и червь не уходил, я ставлю вот такие яичные картонки полностью по периметру. Мне приходится делать и внутри также. Вот. Что ценное из придумки моих мужчин? Вот такие задвижки. Внизу стоит точно такая же на 2 нижних досках. То есть вот так вы представляете, вставляете отверстие и замыкаете. Вам не нужно, как у Андрея Ткаченко, постоянно высверливать эти доски, чтобы обслуживать и чтобы забирать биогумус внизу. Кстати, раньше я вставляла штырьки, сейчас их даже не вставляю. Вот они, мои штырьки, вот такие мне мужчины наварили, арматурички, заостренные концами, вот с такими, потому что иначе это вставить очень тяжело. Здесь нужна грубая мужская сила. Вот сейчас я просто забираю биогумус уже поздней осенью, и поэтому мне ни к чему ни штырьки, ничего. А что еще ценного, важного? То есть вот это мы доделали позже, я попросила, уже дорабатывали. Потому что, чтобы не каждый раз лазить мне со стульчика наверх, чтобы положить им еды. Ну вот те ребятушки, которые были заселены, ушли все. Вот это чистый биогумус. Чем вот это вот получилось хорошо? Во-первых, они в своей микробиоте со своими таракашками. Вот это я сейчас пролью, это снова все пропитает то, что там ниже, и они это будут кушать. Что здесь у меня лежит? В чем сложность этой органики, о которой я говорила? Там очень тяжелая трава, пырей, всякие, ну, крапива, ладно, она хорошо быстро перегнивает, а так в основном то, что очень-очень-очень тяжело гниет. И на зуб им тяжеловато. Но ушли, значит, все хорошо. И сверху я всегда накрываю картоном, либо теми же яичными коробками, потому что, чтобы влага не испарялась. Сейчас я это буду поливать водичкой. Прям хорошо поливать из леечки. Вот. И удобство тем, что я могу это делать через это отверстие. Я проливаю и картон. Все это до самого низа, а здесь до низа далеко, метр 20, метр 30, даже побольше, наверное.
Это все трава утрамбованная. Поэтому, чтобы червячку было легче там готовить это все к съедению. Вот так. Но если еще и остались вопросы, спрашивайте. 600 на 600 на 2000. Выбор размер. Ну, заказывала я его лежачим. Ну, вот мне его поставили. Он стоит у нас в такой, в компостном таком отделчике. Очень удобно.